Раздавай кашу не ху... Ладно, дайте шаман по этим. Шаманы на МП5 тотемп. Элбрил, Матиола, раздавай. Еще раз проверка. Кулак варом, пожалуйста. Хвалипал кулаки всем. Что опять? Моника. Вот, все, я готов. Еще раз проверку. Теперь каски нет. Ну потому что я каски сначала раздавал, и теперь я сейчас кулаки раздал, и МП5, кому кулаки не нужны. Пусть второй пал дает каски. Я тебе сразу сказал раздавать кулаки, блять, и эти МП5. Ой, я и раздал, как ты сказал. Зачем каски раздал? Ну, до того, как ты сказал, я раздавал каски. О, нету каски. Варов. Теола здесь, готово. Четыре выхили те хила или нет? Ты кого-то хочешь в ДД спекнуть? Нет, Матиолы нет. Давайте выхилим. Тут ДВшники в три хили. Мне это идти срочно. Этот, ладно. Поехали ловить. Не видел сообщения. Привет. Привет. Миша. Привет, Слафи. Моза. Привет, Огон. Ты где? Авторизуй людей. Дискорд. Шо? Ром-ром, си черный ярлык. Нормально. Выпью. Ничего не можете. Подвис. Гера далась хоть? Да. Да. Окей. Свое дело. А то у меня картинка зависла. Воду.
Второй тут еще куча. Я у тебя что там делаешь? Бышку боссу брать. Вон закинь на кислого этого СС всякий. Просто добивать.
Что, босса бьем, просто. Такс. Кисло, у тебя и пилот мастер включен. Разрулишь? Я сейчас аддон сам. Все равно нихера не. А народ поднимите голы. А Хан, ты знаешь, что им нужно вот мастер поставить? Вообще, как бы если ПВП, то лут мастер. Они просто не отображаются в ладони. Скажи. Табличка выскакивала на и полу. Выкинула, нет? Нет. Ё, и тут. Не верите сразу, раньше поехали. Ребят, а кто вчера договаривался за руки-то 5? Покупатель был с кем-то из шаманов разговаривал. Кто вчера спамил на покупку, то есть на продажу Т5 рук? На какой класс? А пишет мне прист. Руки на приста никто не продаст, они на офспексе можно. Не поняла, сейчас я ему так и отвечу. Спасибо. Таркадий? Да, Таркадий. Я ему уже написала, все хорошо. Хорошо. Тут ведется десяток прокашей, потом люди знают, что он. Чё, даже не обоссался. Ага, хуже. О, за 3 гига грибы. Галлюциногенные. Два человека, которые сидят в гостиной, не в рейд. Справа большой. Авторизуй, Миша, людей. Пускай ники поменяют, я авторизую. Ребята, если хотите, чтобы вас авторизовали в Дискорде, ваш ник в Дискорде должен совпадать с мейн персонажем в игре. Сказал кисло в Дискорде. Опасность. Рэндж. Дэндж.
раздробитель резервуара кривого клыка. Артемия тут? Чё? У тебя на все токены магу покупать, правильно? У меня на 2 и у Насти на 1. Гаргор, ты сейчас чуть меня не убил, и сейчас бы еще весь рейд попадал. Два хила живых, ты подбегаешь, становишься рядом. Еле выхилился. Поехал. Бля, я там сало даст, я заберу. Какая-нибудь часть Т5 на паладина свободная есть или нет? Сложно. Трусики точно заняты, перчатки я не вижу айсбит онлайн. Если не зайдет до пула, то ну, как бы свободно получается. Я на волшебе иду. Ну и башка, я так понимаю, тоже кому-то нож на окей. А, у нас же есть еще и попал, про которого ты на какой успект забит? На четвертый, сейчас четвертый разрешил. БГ вместо мунсета собирать. Протик это и так офспек. Будет на офспек. На редкий. Можно отойти на минуту? Нет. А как же в один танк? Кстати. Пожалуйста, мне надо проверить, шиншиллы не убили друг друга во время секса или убили? Это был шаркий секс? Ну только если потом расскажешь. Шиншилл должен был быть. Там либо секс, либо смерть уже. Можно отойти? А, вон оно чё, Вага. Пианист, где воронки? Лёха, выйди, да, нам на воронки нужны. Леди. Ну, если погода говорит, то я ж потом. Здесь где-то должен быть армян засадить. Шин по дороге найдётся. Нет армянов в засаде, что ли? Или не дошел? Сейчас появится. Одного вытягивает. Наверное, его убрали. Да не убрали в текстуру где-то. Ну-ка, ханты выслеживания. Эх, Элбрус, смотри не налево, а направо.
говорите. Сзади. Рейндж. Не бегайте только по рейду. Блять, вредитель, а. Что там еще сагрил, блять, трэш? Звездопад. Блин, ну загрелись на вас мобы, не бегите в рейд, сейчас рейд положите. Танку. Контроллер раздайте там, ферните что-нибудь еще. А кто хилит моба-то? Он в облаке хилится, понял, из-под моба. На фул захилился. Да он в вейде был. Нет, нет, эй. Сходите. Игры мы уже прошли. Хара не уферить. Тяжко. То есть уже он разливает, да? Просто меня не видно. Грибы разливаются. Грибы там появляются, он в грибах захилился. Да, а где, кстати, наш гриб? С месяца два, наверное. Он в раю, там, где нет сов. В сказке такого не бывает. Совы есть везде. Там, где совы не дают страхфол. Ну там и тайфун не откидывает. Именно. Там тайфун выполняет роль ветерка у шамана. Посмотрите. Зайдите и нора по хилам и приехали. Ну, кстати говоря, каска кулак. Танк дам. Блин.
Всем привет. 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 Чё, опаздываем? Такой уж новый график работы. Я больше на диспелил, чем вы, да? Не, ну я-то ГП. Фарада не диспелит, ГП ему. У меня тотем да диспелил больше, чем Фарада за всю свою жизнь. Там внизу трэш нету. Нет, нет, это был весь. Мне нужна цель. Неподходящая цель. Тут шейк. Шея лежит. Кому босс не нужен? Мне. Дай Артемии послаки. Да у нее голос такой был, как будто не знаю. Не, в рейде. Чтобы видеть разницу остальных хантов. Рыба стоит, сумонть. Каски сейчас раздам. Как суманут всех. Сегодня после за что-то будет? Нет. Будет Зуламан. Окей. Хохой кошмар. Где мои клиенты? Не вижу их. Чё с локом? Это человек забыл, что ему нужна категория. А у них есть. Клиенты, в смысле. Окей. Значит, туда? Ну вон он килл же берёт тогда. Чё он килл? Ничего. Даю проверку. Там что-то еще хант есть. Да я уж так сказал. Все готовы. Поехали по готовности, куда?
конечно, она точно дровая. Убей демона, не бегать. Убейте красного, на ком а, красный, демон. Даже если вы сил. Бустя. Дэл, не дыши мне в спину. Скиньте кто-нибудь ДПС с этого босса. Тебе фул или первые 10? Весь. Ну окей. Амир такой, бля, я слэкал. Не хочу есть. Ну на четвертом, ну такой. Самое главное встать на него на максимальном рейнже атаки. Настоящий рыцарь. Ну хотя бы. Агронабор бурстово. Две кнопки. Теперь твой ник звучит иронично, да? Пойду успел обойти. 1-0, Кир.
Видите раньше. Просто сделай два шага вперед, а не назад. Все, все. Второй вышел. Там вторую. Сзади. Я не знаю. Нет. Но этот ходит с паразитами. Воронка походу выпадет или две. Лужа, ты здесь. Лужа. Бля, лучше бы лужа стоял на самом деле. Хорош, парни. Конвейер. Че рез? Живите. Ну, там моб стоит, которого можно бить, подходить, если чё. Так подошли уже, блядь. Они уже подошли все. Просто заметно, не правда ли? Строить. С этим мобом не хватает функции, как межутопия. Прости. Ну, чтобы они полноценные боссами были. Еще левел маленький. Ну, тогда маленький. Надо, чтобы из Т5 падало еще. А ты какой Т5 уже? Т6, наверное. Сразу темная скорбь. Угу, каждому. На все классы. Нет, по две просто. Ну что тогда не легендарки падают, а артефакты. Лужа. Двойная? Этот. Адмирал здесь, в Дискорде. Чего? Я забыл. Посмотрим, сейчас прямо скажешь. То, что ты мне писал. Я пытаюсь найти, но я, блядь, тут... Сейчас напишу. Чё, Нурглед, заберём этого? Ну, вот как только рейтрейсмент, да. Да, это не скоро будет. Значит... Ты понял. А вдруг он заразный, все равно все умрут сейчас. Давай, Белорус. Лерой! Пуляй. Белорус Дженкинс. А у меня есть такой титул. Хотите, покажу, как это делается? Го! Пойдёшь сагришь босса? Да. Нормально. И улечу с на телепорте. Мне нравится, как Белорос спрятался за меня. У тебя просто щит брутальный, я за него спрятался. Они оба безопасны, но могут лужу оставить. Чё, Белорос, этот, перед туннелем где-нибудь портал поставил, поди, да? Так этот неинтересный.
А сколько облик демона у демонов теперь? Минута. Всего-то. Всего-то. А без цепи? А в Т4 2 минуты можно сделать. Да фул контракт для этого не делать надо. Ну, все, мы, короче, поняли, что у них бесполезный Т5, да? Чё? Дискорд скидывал кто там ДПС, нет? Да, во флудилку. В колоде со скрипта надо или чё? Паразиты бейте. Саня, живи! Саня, живи! Гады. Убили Саню. Ну, блядь, ты не обижайся, что Артемия так назвала Света? Что? Не обижайся, что она так Света назвала? Нет. Вообще-то это девочка. На Иуда был лучше. Я сейчас немножко охуел на работе, ко мне подходит начальство, ну, такое мини-начальство, спрашивает: Миша, ты что, вчера после 2 часов ночи не возвращался больше? Типа, по камерам тебя не видно. И, блядь, просто машину перегнал в другое место, потому что ездил за обедом. И посчитали, что я, типа, съебался с работы. Тебя не уволили? А если бы я вообще без машины приехал бы, это считалось бы, что я вообще на работу не пошел? Миш, ну это ДП. Миш, ну если ты таксистом работаешь, то это считалось, что ты не вышел на работу. Миш, ну тебя же уволили, правда? Смотри, какая любвеобильная гильдия. Пускай мне моральный ущерб, компенсацию. Выходной? Чтоб ты мог пойти с нами потратить ЗС? Да. Ой, не. Компенсация. ЗС гер пойду потратить. Как выйдет ЗС гер, Мишу одного отправляем, да? Мне так нравится форма Холи Приста, я даже захотел Холи Приста сделать. Какая форма? Ангела. А, когда умирает? И умирает по КД, да? Да. Мне кажется, это Элбрио только для этого умирает, чтобы Ангел не помыть. Мне кажется, у Элбрио больше всех смертей среди всего рейда за все время. Среди всего сервера. Во всем мире. Может быть, и со всего сервера, да. Может, Карину специально на него напуливать, чтоб лишний раз на ангела посмотреть? Да, давай. А потом ВСС дают, потом опять умирать. И такая, ненароком такая, Долорес, кинь СС на Элбрио, да? Вы можете смеяться, но это минус к хилу. Меня интересует один момент. Чё с ДПСом? С каким? Начиная с 10-й позиции. Ну ты новеньких набрал, или что ты хочешь, чтобы они наравне со стареньким? Блядь, наравне это 20. Среднее значение 15. Наравне в 20, это в Т5. Там люди в Т4, это Т10. Вот я и говорю, среднее значение 15. Чё, 15 тысяч ДПС можно дать? Т4. Ну, смотря в каком спеке. Там же ещё перифаза была. Типа, у меня вот максимальная на тамбусе 22 тысячи, а на сухке 26. Я говорю про этого бота. Я понимаю, миликом. Еще сложно. Может где-то ДПС у РДД зоны? Вряд ли. Ты стоишь, постоянно туннелишь босса. Да, особенно если, блядь, его утаскивают на другой конец, по-моему. Я ни разу не утаскивал. Не ты,
когда он вертится. Мирал, что ты скинул мне?